Что здесь за безумие творится? А ну зацени. А вот и папа-шеф, все ночь на ногах и весь в готовке. Так, заткнись и попробуй лучше вот это. Нравится? Да, теперь будем так готовить всегда. Этот критик, что про нас пишет, большая шишка. Хочешь быть художником, будем в свое свободное время, но не в моем ресторане. Кухня моя территория, такой был уговор. Но уговор теперь другой, так что либо оставайся, либо проваливай. Так ты грозишься уволить меня? Нет, я говорю тебе, на что готов пойти, если не будешь готовить по моему меню. Идет, обзор уже здесь. Его нечеловеческое ожирение можно объяснить разве что тем, что он, очевидно, поглощает лично всю ту стряпню, которую возвращает ему на кухню. Им не понравилось то, что тебе пишут. Мне тоже. Да кому не наплевать? Мне. Я мог сделать лучше. Нужно было готовить то, что и собирался. Некоторые шефы верят в то, что они готовят, и люди, открытые новым ощущениям, будут пробовать это, и в итоге им понравится. Эй, ты чего делаешь? Этот парень. Ты чего там пишешь? Шеф, это плохая идея. Просто послушайте. Обещаю, что ничего не отправлю, пока все не согласятся. Почему бы тебе не заскочить к нам снова вечером? У меня тут новое меню специально для тебя, мудак. Это не катит. Дай сюда телефона. Ушло, да? Зачем ты так? Слово не воробей, мужик. Пап, ты вчера вечером ничего не постил? Да ну вы, блин, шутите. Знаешь, сколько человек это прочитало? Ты в актуальных. Ты никогда не будешь счастлив, готовя для других. В мае! Едальня на колесах — это крутая идея, но тут крепкий белый Чевик Роман 88 года выпуска. Чистый холст для твоих художеств. Спасибо. Не благодари, пока я его не увидел. И чем будешь заниматься? Будешь смеяться. Тони, Карл приобрел Тако грузовик. Серьезно? Как только я услышал тебя, сразу подумал, блин, вот что я хочу делать. То, что я делаю, дает мне возможность прикоснуться к людским жизням. Мне это нравится, и я хочу с тобой этим поделиться. Повар на колесах. Ты что делаешь? Посыпаю причиндалы крахмалом. Тут такая влажность, что пипец. Па, проснись, Мартин машет шары крахмалом. Попробуешь? Это как детская присыпка. Круто, да? Круто. Озвучено по версии Грида.